Мы за то, чтобы космическое кино снималось в космосе. Но если про Луну, то на Луну, на Марс, про Марс так на Марс. Почему бы и нет, слушайте? Почему кино должно в студиях сниматься? Ну, конечно, этого невозможно было придумать на Земле, потому что, ну, я говорю, так на Земле мозг не переворачивается. Все равно мы привыкли, что пол это здесь, а потолок это здесь. И человек, когда разговаривает с другим человеком, он, как правило, стоит или сидит. Это все совершенно по-другому. И в этом смысле это было для меня, конечно, кинематографическое открытие. То есть можность сцены решать совершенно по-другому. Каждая секунда – это открытие. Это было до последнего дня. И, конечно, именно поэтому было грустно. Мне было грустно улетать, потому что ну, такое количество открытий в единицу времени, да, нигде же больше не может произойти. А там было их еще… Конечно, мы не совершили всех открытий. Там еще было столько всего, что можно было изучать, осваивать.